Всем привет, ребят! У Даши у Инстасамки вышел альбом. Интересно бы я знакомиться с ним, да? Queen of Rap, королева рэпа, да? Ну, давайте будем слушать. С вас лайк, коммент, подписка на канал. Как бы все делайте, не забывайте, ребят. Мне это очень помогает сильно. Любая от вас поддержка, это, блин, самое святое для меня, что может быть. Так, получается, ра-ра-ра мы слушали. Давайте второй трек «Баланс», погнали. Интересно, что будет? Она меня не любит или что-то в этом духе. И каждый второй был в этой потаскухе. Я кидаю бабки в эти три пухи. What's going on, bitch? This is mommy, bitch. What's up, bitch? Oh my god, I'm rich. Bitches call me weak, you are stupid, bitch. Oh mama, listen, my bitch. What's going on? Это bad bitch in the house. What's going on? Мои сиськи делают баланс. What's going on? Мама пополняет баланс. Мама пополняет баланс. Мама пополняет баланс. Я сорю бабло на сцене. Дайте шлюхам денег, отдыхаю. Теперь даже в понедельник я кладу на ваше мнение. Без лишних объяснений. Не помню, сколько времени я не смотрю на ценник. На трассе куча сучек отрабатывает смену. У них нету бабла, они идут в салон Елена. Мне нужна подруга, я сосу ему, он гений. Это bad bitch in the house. Мои сиськи делают баланс. Мама пополняет баланс. Мама пополняет баланс. Это bad bitch in the house. Мои сиськи делают баланс. Мама пополняет баланс. Мама пополняет баланс. Это bad bitch in the house. Мои сиськи делают баланс. Мама пополняет баланс. Мама пополняет баланс. Слушайте, очень даже, очень классный припев, тут как бы он въедается в голову, да, куплеты как бы прикольно, забавно сделано, и по музыке интересно, да, то есть берет, то есть комбинирует иностранные, да, словечки, да, и русские, классно, кстати, классно звучит ее в исполнении, да, в целом бы поставил бы, наверное, 8 из 10, то есть не вау, да, но в принципе мне понравилось, чё, прикольно. Слушаем дальше. Велкинг. Осторожно. То есть... Осторожно, да, вроде переводится как. А нет, шагающий, что-то ходячий. А. Шаг и ходьба. I got
Ну, короче, как бы вся песня на английском, да, и тут мне одна строчка понравилась. Все суки мертвы внутри, как когда я делаю урок, да. Классный припев, но немножко скучно. То есть поставил бы 7 из 10, немножко для меня скучно. То есть, как бы, что-то тут Даша не сумела, как бы, выкрутить. Но так ничего, как бы, вся песня на английском. Ничего, молодец. Постаралась, все же работа, да. Ну, просто мне не заходит. А так, в принципе, на любителя, как бы, почему и нет. Так, слушаем дальше, Гаярц. Ну, тут уже тоже мешанина, типа, русский, английский, да? Окей. Body Gaillard, big beach on the yard. Mommy go hard, mommy go start. I'm fire, beach hot body Gaillard, big beach on the yard. Mommy go hard, mommy go start. Я могу потратить так до хуя на. Меня все ромашу, хай я куча бабла, куча бабла. Белый кожаный диван, Шерон на моей жопе Джуси. Когда раздел мне жопу, я убегаю от попы. Мне нужно два самолета, чтобы перевезти мою попу. Моя РПС не влазит даже в Европу. Смотрю на черных парней через очко микроскопа. Вниз, я опускаюсь вниз. Он от меня получит суперприз. Сегодня я актрис, для него стриптиз. Он снимет как сосу, бэби, баунчи. I'm fire, bitch, hot body, Gaillard. Big bitch on the yard. Mommy go hard. Mommy go start. I'm fire, bitch, hot body, Gaillard. Big bitch on the yard. Mommy go hard. Mommy go start. Я могу потратить так до хуя на. Меня все ромашу, хай я куча бабла. Куча бабла. Суки смотрят на меня с ума. Я ее охуй, как бигмак. Подписала контракт, прыгнула в Rolls Royce. Сиськи большие, называйте их Биг Тот. Yes. Да я богата, соси. Да ты не знаешь, сколько денег, миллионы, нули. Да сука, жопой тряси. Давай, деньги неси. Давай, деньги неси. Давай, деньги неси. Плохая отходи будет в билборде. Пока ты пашешь, мама, на курорте. Большая жопа, я на эскорте. Ставлю импланты и ворву шоты. I'm fire, bitch, hot body, Gaillard. В общем, я понял, но тут много есть сходств с песней Juicy. То есть много сходств есть. Вот здесь как бы тоже это было во втором куплете. В принципе, качает, да, качает. Как бы поставлю 8 из 10. Но немножко как бы как-то изюминки как-то не хватает в этом, да. Вроде пытается, что-то там выкрутится, да, как-то. Но что-то, блин, что-то теряется. То есть как бы немножечко. И как-то все это как-то мимо немножко проходит. Не знаю, как бы, ну так, типа... Много сходств есть с песней с Гаярд, поэтому хз, короче. На любителя. Слушаем дальше. Токсик. Токсик. Ну это на себе. Ну конечно, наверное. Да, наверное. Каждый день на коленях сосу за эти треки. Бич без объяснений, сосу ему на коленях. И на заднем сиденье, и в лобе отеля. Даже когда я в пене, и даже когда на сцене. Он сует мне в рот деньги, он сует мне в рот. Man, I'm toxic, toxic, toxic.
здесь классно. My ass is bad, fat. All my bitches is bad, fat. I always on top, cause bitch on my pop. My money is hollered. Hollered. Playbook. То есть в целом вот второй куплет мне больше всего понравился. А припев не очень, первый куплет тоже. Второй куплет тут прям зарешал. Ну, поставлю 7 из 10, потому что, ну, забавно. То есть пока что такого ничего типа нового, да? Ну, то есть, ну, почти одно и то же, да? Как бы из песни в песню перетекает, да? То есть, ну, о себе, то есть, понятное дело, поет типа королева рэпа, поэтому, чувак, о ком еще петь, типа, как... Кроме, да, себя, типа. Ладно, двигаемся дальше. Juice Drill. Прикольно, что это такое? Genius, ну пиздец. Juice Drill, окей. Да, типа. А, типа дрил будет, да? Интересно. Сейчас будет махл. В целом, типа, прикольно, как бы, ну, интересный эксперимент, да, то есть это первый трек в стиле дрилла, да, как я понял. Ну, как эксперимент, респект. Как бы, очень классный бит, мне нравится, атмосферный очень бит, классный такой. Но, блин, опять немножко скучный, как бы. Реально, опять немножко скучный, поставлю, ну, 7 из 10. Атаку поставил 6, но просто 7 за эксперимент такой. Не, ну как бы понятное дело, что это типа Juicy. А первая версия лучше звучала. Просто тут она решила как бы, ну, типа в дрил трек сделать, да? Для разнообразия, да, наверное. Ну ничего, удачи ей. Погнали дальше, hate me. Типа, hate меня. Bitch not friendly. Real dolls in the line. Look at me, it's brandy. Shop and drop, mommy like Tatiana. Queen of
попан дольчин гбана. Bitches is my new life like Hannah Montana. I need my cash quickly, baby, no drama. They wanna fight me, bro, bitches don't like me. Look at my feet, I'm shining so brightly. Who mama start? Let me low key. Stop talking bullshit, my money with me. He can play football, my boobs. Then we can play in his rooms. I go to my eyes, to go to the pool. You need a big dick, that's my rule. Fuck it up. Bitches wanna fuck it up, fuck it up. Always they fuck it up. Always they fuck it up, fuck it up. Fuck it up. Bitches wanna fuck it up. Fuck it up. Always they fuck it up. Always they fuck it up. Fuck it up. Fuck it up. Разорившиеся сучки меня не любят. Влажная киска, что-то там было, короче. Ну, жесть немножко, если как бы тут, если переводить, то есть, да, как королева поп-музыки на Dolce & Gabbana. Ага. Bitches is my new life like Hannah Montana. Сучки — это моя жизнь, как у Hannah Montana, да. Ну, опять же, немножко как бы поставлю 70, то есть... Ну, за английский, типа, приятный вайб, да? Но, опять же, как будто биты, как будто, ну, как и в той песне, да? Как будто один и тот же бит поставили, почему-то такое ощущение. То есть пока что немножко... Вот здесь тоже, как бы, немножко скучненько немножко. Джимми Чо. Джимми... Кого? Джимми... А, Джимми Чу, Джимми Чу. Опять на английском, да? Вот здесь классная энергетика, классный вайб. Поставлю 8 из 10, мне понравилось. По атмосфере прикольно, да? Но опять же, как бы на английском, как бы Даша что-то много песен вложила на английском.
Надо было две оставить хотя бы, да? Ой, извините, что-то я не особо выспался. Поэтому как-то так. Погнали дальше, как бы. Ну, ничего, нормальный трек. Pussy P. P это значит power, да? Pussy power. Так. Сила киски, сила. Маска для моей жопы. Мам, я бы ее... Маму ебуть, я работаю. Пиздец. Я возьму боги, они мои копии. Копии, страшная сука, это ты. Танцуй на паре, мама, не дай, сука, без обед. Look hot on me, бикини, ты услышишь этот бед. Твой парень не вывозит, like a Davidson, бед. Не бежи на маму твоему, это стыд. Мое имя Энди Гарен, это инстасамка, щит. Пусть и пе. Чё-то мне, не знаю, типа, ну, типа, прикольные забавные строчки были, да. Ляо Бакса, мне не нужны фиты и всё такое, да, как бы о себе. Не знаю, что-то не особо зашёл, поставлю 6 из 10, какой-то немножко слабоватый трек, на самом деле. Погнали дальше, Он Мама. Слабый, реально, трек. Что-то намного песен сделала, да, хотя бы могла песен 10 сделать. Было отлично. Оу, мама, у меня доллары в глаза. Оу, мама, Сергей Гуччи на ушах. Бич, оу, мама, у меня Биг Мами в труса. Оу, мама, Биг Мама. Бич, мы все вместе, я делаю кэш, God bless me, сука, shut up, don't press me. Она тупая, she wanna mess me. Queen of rap, doing my best. Деньги мне в рот, дайте текилу мне шот. Хом видео на монобот, куплю большой дом. В нем меня трахает от зло, с утра 69 бичу. Беру себе бэк, Gucci, chain on my neck. Мне капают бабки на карту, это кэшбэк. Сука пизди, ей нужен гэг. Бич, завали твоя музыка, слэк. This is boy season. This is my season. Damn bitch, you ugly, this is my reason. Oh mama, у меня доллары в глаза. Oh mama, Сергей Гуччи на ушах. Ого, сменила флоу, прикольно. Не очень зашел трек, поставлю 7 из 10. Как-то опять энергетики нету, такого бешеного вайба, да. Ну, как бы, если как бы Даша столько песен выпускает, то она должна была быть к этому готова, да, то что
Надо было все песни до ума доводить, да? Мне это кажется, что эта песня как-то до ума не доведена. Не знаю, не очень зашла, если честно. Так, погнали дальше. Липсихи. Липсихи была липсиха, сейчас липсихи. А, стоп, мы же слушали, да? А, это просто ремикс, да, наверное? Да. В общем, не знаю, что-то мне не очень нравится ремикс, да? Как бы мне больше нравится оригинал. Ремикс, он такой более какой-то успокаивающий, да? То есть для души какой-то такой... Для не для супер-вайба, а для вайба, для... Чилового вайба, в общем, такой, типа, для чила был создан. Но так, 6 из 10 поставлю. Так, 6 бичей, дальше слушаем, давайте. Спать хочу, безумный пипец, просто. Вау, необычное звучание. Даже на самом деле, если так посудить, то как бы нечего обсуждать, как бы в каждом месяце, в каждой песне почти одно и то же поется, да, какая она крутая, да, там про жопу, про сиськи, да, про письки там, короче, ну, в этом духе, то есть как бы нечего обсуждать, как бы я смотрю текст, пытаюсь за что-то уцепиться, да, и почему-то мне даже этого не получается, там, задом трясу, все такое, то есть нет денег, там... Все суки там фейки, типа я одна такая вся крутая, да, то есть, ну так же тоже нельзя, да, все-таки, не знаю. 7 из 10 поставлю, музло прикольное. Окей, го-го, слушаем дальше. Вот здесь сейчас прикольно будет, да?
Работай на камеру. В общем, опять же, как бы такая какая-то, не знаю, если честно, как кому-то понравится, может, да. Ну, все прикольно по энергетике, да, по ритмике, но как бы, опять же, нет этой бури эмоций, да, как бы от этой песни, да. Тут просто биты, они как бы биты, они изменяются, да, но не настолько много, да, как бы, поэтому как-то так. Не знаю, что-то тоже не особо мне вкатило го-го, да, как бы, и большую половину альбома что-то мне... Ну как, типа, есть песни классные, да, здесь с альбома, но их мало, конечно. Ладно, погнали дальше. Манекен Лав. Окей. О любви лирически будет про манекена. Сезону. Слушайте, а здесь очень такая песня, знаете, красивая, очень красивая песня. Вот тут прям очень классный вайб такой, прям за душу берет. Ну, лучше для нее, то есть, Али Манекен, да, или как его правильно, Манекен, да. В общем, ну, ничего, типа. Он... Только он может ходить в мою пусть сезону. В общем, ничего, поставлю 8 из 10, круто.
разбавила нормально так. Хоть меня в сон немножко уклонило, да, но все же, типа, круто сделала. Так, Истасамка, и погнали последний трек. Я хочу спать. Если честно, очень хочу спать. Если не ждал всю ночь, не знаю, что я ждал, не знаю, что-то не спалось. Никак вообще. Извините, я сегодня поспал где-то, может, ну, часа два, что-то маловато совсем. Что-то какой-то убитый сижу. После альбома Кизару, как бы, еще, да? Последний, да? Сиськи маленькие, пусть джуси, деньги, money, 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 money. Кен, money, кен, кен, money, кен, йо. Мами, жопа, чен, член, фене, член на члене. Пусть джуси в члене, деньги в кармане. Пусть джуси и money, кен на тусе. Уси, пуси, я джуси, money, кен. Женский жопа, манекен на работе, и я дома. Пусси джуси, я как всегда в плюсе. Члены сиськи, член на сиськи. Деньги, 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 не проблема. Пусси джуси и член. Сиськи, сиськи, манекен, е. Я на бите. Это фристайл. Окей, решила типа фристайлом, да, записать. Да неплохо получилось. А, ну, не знаю, но как-то не знаю, типа так, норм. В общем, не знаю, как-то меня альбом немножко разочаровал. То есть, Ра-Ра-Ра классный трек. А, потом, Волкин вроде классный трек. А, Juicy Drill классный. Джимми Чу прикольный вроде, да. А так, типа, большую часть альбома что-то не очень, если честно, зацепило. Что-то, блин, ну, по битам одно и то же почти. Ну, и как бы и по тексту, как бы там. Зря я в текст лез, как бы там ничего нового такого. Не, ну, были интересные моменты, да, но все же. Пишите свое мнение в комментариях, что вы думаете. В целом альбом, наверное, 7 из 10 поставлю. Ожидал какую-то разрывную работу, да, но такого пока что не получил. Интересно будет узнать ваше мнение, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в ВКонтакте, друзья. И всем мир, всем мирного неба над головой. Всем удачи, всем хорошего лета. Я вас всех люблю, ценю. Спасибо большое.